ценах, все завалено снегом. Почему такое отношение к там, которые можно выпал снег, убираем. В настоящий момент времени, ну, просто за неделю выпало столько снега. Снег уже 10 дней нет. То есть уже хорошие хозяева, все уже почистили свои территории. Почему здесь-то не чистятся ничего? Вопрос в том, что для того, чтобы очистить, необходима техника погрузчика. Бобкеты только. Мне большая техника сюда не пойдет. Мне пока не предоставляют возможность предоставить такую технику. Запланировано на после праздника, после 23 февраля. Сегодня только 17-е. Ну, они же тоже, мы вынуждены арендовать